В среду вечером ивановские оппозиционеры вышли с пикетом к памятнику Фрунзе. Поводом стала ситуация, сложившаяся в северной столице. Жильцов дома номер 15 по улице Ильюшина в Санкт-Петербурге выселяют у собственного жилья. Некая компания за спинами обитателей дома провела приватизацию их квартир, а самим жильцам предложила подписать договор, согласно которому те становятся лицами без определенного места жительства. Сейчас идет уже 10-й день голодовки отчаявшихся людей. Ивановские и московские активисты решили выразить свою солидарность питерцам. Обе столицы давно уже тревожит вот эта проблема с выселениями из общежитий, из домов. Так, например, в Москве были выселения медицинских работников из дома на Симферопольском бульваре. Если это затрагивает столицу, конечно, это возможно и распространится на регионы, и чтобы люди, было на что ориентироваться. Сейчас укрепляем связи солидарности.